Блин, ребят, это вообще круто. Давайте секретку закрываем, чтобы Леня не спалил, что мы пришли сюда. Здесь у него. Я его, короче, взорвал в прошлой серии. Вы этого, возможно, не видели. Обязательно посмотрите прошлое видео. Этот фейковый Влад Бумага поплатится за то, что он затроллил меня в моем доме. Я в прошлой серии притворился Владом А4 и просто затроллил Леню максимально. Короче, я нашел колеса для машины. Сейчас мы, смотрите, что сделаем. Мы ее немножко починим. Ну-ка. Ага, вот так вот, все, машина готова. Можно ее ставить вот сюда. Наконец-то я дома, пора наказать подлеца. Вот и моя секретка. Блин, он здесь, ребята, давайте следующую секретку открываем. Машину берем и бегом-бегом сюда. Вот так вот, все, лифт уже приехал. Секретку закрываем за собой. Отлично, все, закрылось. Лифт уже здесь, ребята. Бросаем машину сюда и смотрим наверх. Нам туда. Ой, пока, Леня. Я успел. Это жесть, ребят. Он даже по мне одной пулей попал. Давайте подкрепиться нужно немножко. Ой, сосиски немножко поедим. Ты, Владус, ты меня затроллил. Конечно, затроллил, потому что в прошлой серии он мне не отдал мой же попыт. Ой, он бежит за мной, ребята, пытается. Давай, давай, Лень. Одно хп, зараза, ты такая шоколадная. Так, сейчас, ребята, машину выкидываем срочно. Садимся в тачку, ребята, ключ вставляем в машину. И погнали, ребята, все. Ты что там мутишь, шоколадная задница? Уезжаем, 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 ребята, уезжаем. Все нормалек, все нормалек. В пещере в этой спрячемся. Здесь он меня точно не найдет, ребята. У меня есть гениальная идея, как у него полностью дом обворовать. В общем, вкратце расскажу вам историю. Я ему дал попыт на 2 дня, а он мне его обратно не отдал. Все, вот такая история. Я к нему пришел, говорю, Леня, давай попыт. А он мне такой, нет, я тебе не отдам попыт. Короче, забираем машину, ребята, и бежим куда подальше. А точнее, куда поближе к его дому. Ведь сейчас хана ему дому. Я его буду троллить до бесконечности. Розыск. $1000. Внимание, глупые охранники! Смотрите сюда, запомните его лицо! И ни за что, ни за что не впускайте его сюда. Да, понятно? Да, босс, так точно, босс. Я пошел ныкать попыт. Если пропустите его, пропущу вас тоже на фарш. Нифига себе, как он чё с ними говорит. Ладно, он пошел ныкать попыт. Хорошо, пускай идет обязательно. Только я сейчас вот что сделаю. Смотрите, гениальнейший способ. Мы ставим 4 саженца джунглевого дерева и просто начинаем их выращивать. И вырастает у нас капец какое огромное дерево. Не зря у меня в инвентаре есть вот это приспособление под названием крюк. Ребята, сейчас я проберусь в дом Лени просто на изи. Давайте сначала на дерево, вот так вот. Ой, думал, сейчас упаду. Прежде чем я это сделаю, хочу вас попросить об одной вещи. Всего лишь об одной. Ладно, ладно, о 2 вещах. Они очень легкие. Вы сможете справиться с ними за 3 секунды. Смотрите, что это за вещи. Нужно поставить лайк на видео. И нужно подписаться на канал. Нажать на кнопку подписаться. И все, реально, это очень просто. Так вот, я же говорил, что вы сделаете это за 3 секунды. Давайте проверим. Подготовьтесь. Просто лайк и подписка. Это 2 кнопки. Ну что, сможете или нет? Я начинаю считать. 1, 2, 3. Кто успел, тот молодец и найдет 100 рублей на улице на этой неделе. Прием, как слышно? Это Леонид. Сегодня число. Лето 2021 года. Это архивная запись. Я ныкаю попыт вот сюда. Вот сюда вот. До связи. Блин, я тут стоял, пока что про лайки говорил. Я не знаю, куда он его сныкал. Короче, эти охранники меня хоть и не пропускают. Мы с вами сделаем вот что. Я возьму зельку невидимки. И сейчас с помощью крюка просто телепортнусь к нему домой. Вот так вот. Просто сломаем блок сверху, ребята. Но с его домом нужно быть аккуратнее. Нужно падать вот здесь, смотрите. Оп. Да, вы, возможно, не ожидали, но у него такой дом. Это Леня. Это шоколадная задница. Не спрашивайте, почему так. У него тут невидимая лестница. Черт возьми, да-да, не удивляйтесь. Так, короче, нычка у него здесь, значит, да? Но в этой нычке я все забрал. Так, а куда он попыт сныкал? Наверное, куда-то сюда, да? Он тут ломает таблички. А что тут у него на табличке? Угадайте слово. Подождите, какое слово? А, с этих букв нужно слово угадать. Я опять попался в эту ловушку. Ребята, смотрите, вот здесь вот буквы появились. Из них вам нужно слово составить. Подсказка, подсказка, суперская подсказка. Это моб из Майнкрафта. Давайте, ребята, соедините все эти буквы и напишите в комментариях,
всех ответ, который у вас получился с этих букв. Давайте сделайте это прямо сейчас. Кто сделает это первым, тому лайк. Так, никого нет? Ну, конечно, никого нет. Так кто здесь может быть-то, ребята? Только я и ты. В смысле нет, только ты и ты. Все, меня здесь нет, ребят, меня здесь не существует. Подождите, зачем он взял воду? Что? Что? Секретная дверь разблокирована. Чё, какая секретная дверь еще? Какая секретная дверь? Куда он пошел? Секретная дверь заблокирована. Его чуть не убила своя же секретная дверь. В этом виде! Погодите, а в какой кувшинчик он поставил воду? А, вот сюда вот. Да ну жесть! Ребята, мне нужно подождать в его доме. Просто подождать, ребята, просто. Давайте мы его отвлечем. Я сейчас начну открывать сундуки, он это услышит, и я пойду в секретную дверь. О, меч ситхов. Нифига себе меч, я нашел лазерный. Ой, он дверь разблокировал. Не понял! Секретная дверь заблокирована. Ой, он здесь, он здесь, он здесь, он здесь. А мы с вами убегаем, ребята, убегаем спокойненько. Сейчас мы возьмем воду, она уже здесь у него, да? Показалось, наверное. Да, показалось. Кладем воду. Реально, чего? Ой, нет, не показалось. Ой, тихо, тихо, тихо. Главное быть в невидимке. О, сундук. А что в этом сундуке? Ха-ха, попыт. Я забрал попыт, отлично. Блин, или я забыл? Да, конечно, забыл. Нужно дверь заблокировать просто и все. Сейчас давайте дождемся, пока он это сделает. Давай, Леня, блокируй дверь, давай. Есть! Секретная дверь заблокирована. Это успех, ребята. А что в этой комнате? Чего? В смысле? Как? Что такое? Ребят, смотрите, подождите-ка. Я сейчас выпью молоко, просто мало ли на канал на мой не все подписаны. Вот, посмотрите. Стоп. Это кто? Прием, как слышно? Господин Леонид, у нас проблемы. У нас тоже проблемы. Проблемы касательно семьи. Знаете, я тут, кажись, всю свою семью нашел, мистер Доминик Торетто. Тут жесть какая-то полная, это что происходит? Вы мне как-нибудь объясните? Я из этой семьи, смотрите, вот я из этих. На выход, а? Что ты сказал? Семья? Да-да-да, я вот из этой семьи, видите, они вот лежат, я вот из них. Семья это самое главное. Да-да-да, я в курсе. У бандулеро, у бандулеро, у бандулеро. Леонид, отмена, иди сам проверь. Доминик Торетто-то откуда здесь? Погодите-ка, это шалкеровые ящики, как я их сразу не заметил? Нифига себе, тут алмазов. Так, ладно, давайте мы один ящичек вот так вот возьмем, смотрите, что мы сделаем. Хотя, что один-то, давайте мы вот так вот несколько их заберем, ребята, несколько ящичков, несколько, себе их в инвентарь. Сколько хватит? Мусор лишний выкинем вот таким вот макаром. О, ребята, вот это мне повезло и подфартило, это ж столько алмазов я сейчас унесу, просто невероятное количество. Изумрудные все штанишки. Мы тоже выкинем один алмаз, вот этого нам всего не надо. Все, ребята, ящички забираем и... Ты что? Ты как здесь оказался, карапуз? Уйди. Не понял? Что ты не понял? Бежим отсюда, карапуз, я Леню ограбил только что. Я к нему в дом пробрался, прикинь. Стой, кого, что? Ты как здесь оказался, карапуз? Как? Бобали-бобали? Я шел, ну, играл в шахте, как обычно. А что? Ну да, как обычно, все же играют в шахте, карапуз. Давай, выбираемся отсюда, я тебе все попозже объясню. Нам нужно на выход срочно. Я немножко в шоке. Да, карапуз, я-то в каком шоке? Ты чё, блин? Я тут видос снимаю, а ты здесь, офигеть. Все, выбрались. У меня капец, сколько алмазов, карапуз. Ты не представляешь, я у него все алмазы выкрал. Когда ролик-то снимать будем, а? Ну, не знаю, карапуз. Давай, когда подписчики лайки поставят, а? Ставлю тебе челлендж, стой. Что говоришь в шалкере? А, там ничего, ничего, карапуз. Там не алмазы, там... Немного алмазных стаков. Не, стой, покеш, покеш. Да, карапуз, да отстань ты от меня, рыжая башка. Чё я тебе показывать-то должен? Это мои алмазы. Ну покеш, покеш, ну покеш, просто, пожалуйста. Ну вот, смотри, вот там алмазы, смотри, вот там вот много алмазов. Ладос, что тебе надо, рыжая башка? Ну давай уже, говори быстрее. Хочешь 5000? 5000? Хочу, конечно. Вот, дам. Если выполнишь челлендж. О, какой челлендж, карапуз? Прыгнуть в каньон и воду успеть разлить. Карапуз, а если не получится, тогда чё? Получится. Все, давай, прыгаю тогда, смотри. Оба! Все, разлил, 5000. Ты куда побежал? Ты... Ах ты, зараза мелкая, вы на него посмотрите. Так, я выбираюсь с каньона. Блин, у меня нитки закончились. Вы посмотрите, он меня обманул и забрал мой шалкеровый ящик. Но ничего, у меня от этих шалкеровых ящиков, посмотрите сколько. Все нормально, ребята. Теперь мы возвращаемся к дому Ленчика. Это жесть, вообще. Вы видели, что у него там мои клоны просто лежат? Это как так-то вообще? Скажите мне, пожалуйста. Где мои шалкеровые ящики? Доминик, мы же семья. Зачем ты их пропустил? Ой, Леня спалил, кажется, что у него ящиков немного нету. Мистер Леонид, тревога, он здесь! Тревога? Ты зачем орешь-то? Ты... Дурацкий, блин, охранник, меня спалили. Вперед, переезжаем!
Ой-ой-ой-ой-ой, он куда это? Стоп, стоп, стоп. Что в смысле переезжаем? Так, мне нужно забраться на мое вот это классное дерево. Куда это он там переезжать собрался? Че за фигня происходит, ребят? Че это он там взял? Он сундук взял! Он че, реально переезжает? Стопы, стопы, стопы. Ну-ка, давайте-ка я вот на это дерево приду, ребята, потихонечку. Главное, чтобы он меня не видел. Смотрите, реально сундуком прется куда-то. Куда он будет переезжать? Что-то он делает. Это зачем сейчас было, я не понял? Зачем он свой дом взорвал? Господи, вы посмотрите, реально настолько ему дом не жалко. Он что, богатый? Так, смотрите, он побежал, побежал, побежал. Куда? Вот она, вилла. Мой маленький коттеджик. Маленькая мечта. Нифига себе, маленький. Так это целый дом из грязи. Так, давайте за ним нужно срочно, срочно проследить, ребята. Я должен попасть к нему в этот дом самым-самым первым. Может, мы пойдем по пятам за ним, а, ребята? Он же охранников еще не успел туда поставить, правильно? Поэтому мы просто сейчас зайдем к нему домой. Просто спокойненько вот так вот дверь открываем. И заходим к нему... Ой, Лень, привет. Ты переехал, да, смотрю? Стой, Лень, ты мне и так попыт не дал. Стой, Леня, да, подожди, не выкидывай. Я ничего не делал с твоим домом, реально. Попыт у нее. У кого у нее? Нет, Леня, не надо, не делай этого. Она меня сейчас свяжет. Леня, пожалуйста, нет, стой, не связывай. Я ничего сделать не могу. Зараза такая. Спасибо, Лень, что ты меня спас, но она меня все равно связала. Я подумаю, развязать или нет. Лень, ну конечно развязывать нужно. Ты посмотри на меня, блин. Я прыгать только могу максимум. Леня. С одной стороны, ты мне не мешаешь сейчас. А с другой, ты увидишь все секреты моего дома. Но если ты пообещаешь не мешать, то... Обещаю, Лень, конечно, мешать я не буду, естественно. Спасибо, развязал. Стой, не надо. Че ты сразу, зачем бросать-то меня? Давай мы договоримся с тобой, Лень. Мы с подписчиками тебе лайки поставим. Кидаю вверх. Долетишь? Да вон то! Сколько лайков-то? А, лайков? Давай 10 тысяч. Пойдет, Лень? Окей. Ну все, ребята, давайте 10 тысяч лайков, и Леня меня не выкидывает. 15к, и долетаешь сам до воды. О, стоп, Лень, ты чё? Леня! Долетаю, ребята, все нормально, зараза шоколадная такая. Давайте так, вы подпишитесь сейчас на мой канал, вот здесь вот кнопка, и вы не пропустите следующую серию, как я буду пробираться в его этот секретный дом. Зараза шоколадная, зараза! Так, все, Лень, спокойно, отключился бы с дискорда для приличия. Все, Лень, я побежал, все нормально, ребята, лайк ставьте, увидимся в следующей серии, пока.